Ряд соглашений по сотрудничеству в фармацевтической сфере подписали отечественные компании с зарубежными коллегами из стран Европейского Союза, Америки, Турции и России сегодня в столице. Документы позволят наладить совместное производство лекарств с иностранными корпорациями, нарастить экспорт казахстанской продукции и привлечь инвестиции в отрасль. Вместе с тем стороны договорились проводить и совместные научные исследования в сфере здравоохранения. Это мировая практика, когда глобальный игрок приходит с отечественным производителем, начинает производство. Вы знаете, у нас очень много внутри свободно-экономических зон субсидий, все они будут воспользоваться. Второе, контракты, которые мы предоставляем, 10-летние, это позволяет им прогнозно, спокойно производить. Но в эти контракты мы вбиваем обязательно KPI по экспорту из нашей страны, которые они тоже должны будут выполнять. Это в комплексе, создает хорошие условия.